Это «Лайф». Здравствуйте. И только главные темы в нашем эфире. Терминатор в юбке. Так московские полицейские прозвали главу следственного управления ЦАУ Азу Батажову. Начальница ругала подчиненного за невыход на работу в субботний день так сильно, что даже сама сравнила себя с героем Шварценеггера. Если бы я вас поймала в субботу, то бы встретился бы с терминатором. Это однозначно. Просто сейчас я уже решила рапорт на увольнение, пусть там с тобой встретятся другие. Объясню, в чем дело. Руководитель потребовала, чтобы подчиненный явился на работу в свой выходной, в субботу. Сотрудник ослушался и не смягчило гнев шефа то, что на следующий день, в воскресенье, офицер исправно трудился. Дело в том, что в отделе образовался так называемый глухарь. Преступление не могли раскрыть уже более года, и даже начальство самой Батажовой отчитало подчиненных за медлительность. А вот это, видимо, окончательно вывело из себя Батажова. Досталось всем. Я тебе сказала, в субботу вызываю все. На понедельник ты определился. Вообще ты чем определялся? Один раз можно так с генералом поговорить. Один раз, чтобы с собой генерал поговорил. Нужно выйти или все сделать, и все. Остальное все. Нужно просто застрелиться. Шлимов. Просто застрелиться. Из-за унижения. Женщина себе может позволить, чтобы с ней так разговаривали. А мужчина не может позволить, если у него есть чувство собственного достоинства. И написать обращение. Я дебил просто. Я не могу жить там, потому что у меня не хватает мозгов. Вот, возможно, некоторые сейчас услышали в этом командном тоне и тот темперамент, с которым обращается к ним их руководитель, боссы, внимание. Теперь такую аудиозапись будут проверять в московской прокуратуре и оправдают колкие замечания или нет. Мы увидим.